Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию будет представлен доклад на тему «Оптические спектральные маркеры рака мочевого пузыря». Рак мочевого пузыря является агрессивным и часто рецидивирующим заболеванием, эффективность которого зависит от ранней диагностики заболевания, от выявления опухоли на неинвазивной стадии, от радикальности оперативного вмешательства, от диагностики рецидива и прогрессии. В связи с этим представляется актуальным проведение экспериментально-клинического исследования по выявлению роман-спектроскопических характеристик мышечно-инвазивного, немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, а также оценить лечение и выявить оптические спектральные характеристики послеоперационного рубца, после трансуретральной резекции мочевого пузыря. Целью нашего исследования является определение молекулярных оптических маркеров рака мочевого пузыря. Задачами определить ассоциации оптических маркеров и особенности молекулярного профиля немышечно-инвазивного и мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря методом Раман-спектроскопии, определить особенности оптического молекулярного профиля ткани мочевого пузыря у пациентов с немышечно-инвазивным раком на фоне проведения внутрипузырной БЦЖ-терапии, а также при рецидиве и прогрессии заболевания. Для проведения нашего исследования нами был изучен материал, полученный у 150 пациентов больных. Всего было обработано около 3000 спектров. Всем пациентам была проведена трансуретральная резекция мочевого пузыря с последующим гистологическим и роман-спектроскопическим исследованием. И таким образом нами были сформированы группы пациентов. Первая группа пациентов – это пациенты с немышечно-инвазивным раком, у которых на фоне лечения не было выявлено рецидива. Вторая группа пациентов – это пациенты с немышечно-инвазивным раком с установленным рецидивом рака мочевого пузыря. И третья группа пациентов – это пациенты с диагнозом мышечно-инвазивный рак. Роман-спектроскопия – что это? Это новый метод, способны идентифицировать и выявлять патологические изменения в тканях с помощью действия монохроматического пучка света на ткань. Преимущество метода – это простота проб-подготовки материала, не требуется отмывка, лизис клеток, разделение белков, выделение ДНК и РНК, получение как количественной, так и качественной информации об образце, также высокая скорость анализа и возможность проведения исследования без прямого физического контакта с биологическим агентом, неразрушающий характер анализа и большой объем информации, полученный при исследовании. На этапах исследования и о обработке полученных данных позвольте не останавливаться с ограничением по времени. Какие же были результаты получены? На следующих слайдах вам приведены спектрограммы пациентов немышечно-инвазивным раком мочевого пузыря Т1, G1, Т1, G2 и Т1, G3. Были определенные полученные спектры, которые мы можем, в принципе, считать новыми спектральными маркерами соответствующей группы пациентов. И что хотелось бы отметить, что пики интенсивности были выше при переходе от G1 к G3. На данном слайде представлены наиболее значимые оптические маркеры, которые были получены при исследовании данной группы пациентов. На данном слайде представлены пациенты с мышечно-инвазивным раком. Также были получены определенные спектры. На них тоже позвольте не останавливаться. И пример лечения пациента 48 лет, диагноз рак мочевого пузыря Т1-00G3. Проведена трансуретральная резекция мочевого пузыря, выявлены определенные спектры. На фоне лечения БЦЖ-терапии у данного пациента рецидива не было выявлено. И произошли изменения спектров какие? То есть уменьшились пики гидроксильного радикала, появились пики, соответствующие нормальной ткани мочевого пузыря. Следующий пример пациентов с рецидивом рака мочевого пузыря. В этом случае на фоне БЦЖ-терапии у нас также сохраняются пики гидроксильного радикала, CH-группы аденина, углеродной связи липидов. При этом также появились пики, соответствующие мышечно-инвазивному раку. На данном слайде представлены оптические маркеры, характерные для рецидива немышечно-инвазивного рака.
На выводах позвольте не останавливаться. В заключение хотелось бы сказать, что данные, полученные с помощью метода роман-спектроскопии, обладают дополнительной диагностической значимостью и могут быть использованы для выбора дальнейшей тактики лечения, могут быть использованы для уточнения прогрессии рецидива заболевания и для определения особенностей патологического процесса в дальнейшем при лечении, при диагностике данной патологии у пациентов. Благодарю за внимание.